Всем привет! После прошлого видео, где про вакуум, много комментариев было про то, что зря я держал до конца вакуум. То есть вы мне пишете, что надо было пузыри выгнать и сбросить давление, чтобы остальные, которые остались мелкие, сжалось давление атмосферное. И вот сегодня я решил это сделать. На будущую неделю в планах также отлить и под давление, то есть несколько атмосфер дам давление на алюминий. Если мне, конечно, дела позволят сделать это на следующей неделе. Но постараюсь, потому что мне осталось там только доделать. А сегодня вот расплавим этот алюминий. Тут что у меня, он весь уже расплавленный. Это уже второй раз будет плавиться, а какой уже и третий. Ролики из гриндера, потому что я ролики сделал другие. Вот горн разгорается, уже дымить перестает. И сейчас, если нас сегодня дождь не выгонит, потому что дождь моросит помаленьку, если что, в мастерскую занесу, отолью вакуум. Так что продолжаем. Сегодня постараюсь быстро сделать ролик. Рассказов будет мало, только показы. Поехали. Алюминий плавится. Вакуум в баллон качается. Забыл сказать же, что в чем-то суть будет эксперимента. То есть подаю вакуум резко с баллона. Держу 60 секунд. И после 60 секунд вбиваю вакуум. То есть смысл в том, чтобы в вакууме сколько можно было пузырей вышло, а оставшиеся, чтобы сдавило давлением атмосферным. Так, температура алюминия сейчас 700 градусов. Но я решил послушать ваших советов, потому что многие мне писали, что жиже его надо алюминий делать. И попробую сегодня, нагрею побольше его, вот уже 720 было, нагрею его побольше и посмотрим, что будет. Ну что, как говорит доктор Дью, начинаем начинать. Пробую выливать. Алюминий аж красный. Так, есть. И теперь делаем вот так. Опа, есть. Вакуум пошел. Все, стоит. Так, теперь засекаем. 5 секунд прошло. Итого. Поехали. Так, ну все, теперь остынет, подниму колпак и посмотрим, что получилось. Проточим, увидим. Все-таки не удержался, снял колпак, потому что думал, вдруг он уже застыл. Нет, алюминий еще жидкий. Так что будем надеяться, что пузыри там вышли и теперь оставшиеся сжались. Вот такая сегодня получилась отливка. А теперь смотрите прикол. Вот оно. Один в один. Как в прошлый раз, просто в вакууме без давления. То есть в прошлый раз он у меня остыл в вакууме, я вынул заготовку, вот такой вот косяк, какое-то вжатие. И здесь то же самое, сверху вот дно, и на таком же расстоянии от верха заготовки опять такое же самое вжатие, по одной стороне только, потому что здесь вот нормально, а здесь вот такое вжатие. Сейчас станок заряжу, проточу, посмотрим,
что там внутри покажет. И покажу ролики, я вот с прошлой заготовки сделал ролики на гриндер, покажу, как они выглядят сейчас. Поехали. Красивый алюминий, да. Но поры есть. Сейчас переверну, посмотрим вверх.
такие пироги получаются. Сейчас сниму, посмотрим ближе. Вот он, итог сегодняшнего эксперимента. Получается, что поры есть и больше, чем просто в прошлый раз я с вакуумом сделал. Вот оно дно. Вы же, наверное, заметили, да, как я протачивал. Вот это дно, вот это верх. Пор одинаково там и там. Если в прошлый раз в вакууме дно было почти чистое, сверху было вроде там косяк, вот это все, то в этот раз поры есть. Смотрите, низ, дно какое. Получается, что минуты мало, чтобы выйти газом, но это самое дно. Неужели такие пузырьки за минуту хоть насколько-то бы не приподнялись кверху? То есть дно хотя бы чистое могло бы быть на сантиметр там или на два. Я понял бы, если бы времени мало подержал я в вакууме, и здесь бы они начинались бы, эти пузыри, от середины или кверху. Но они на самом дне даже есть. Поэтому вот это вот, что подержи в вакууме, а потом подай давление атмосферное, не работает. Пор прям много очень. Вот. А сейчас покажу ролики, которые также делал в прошлый раз я чисто вакуумом, пока он не остыл в вакууме. Вот они, два ролика. Первый, и вот он сверху второй, который я плавил в прошлый раз в вакууме. И вот теперь смотрите, вот это вот нижняя часть. Вот это нижняя часть заготовки. Так, ловимся. Видите поры? Нету пор. Ни сбоку, ни сверху. Ну там может где-то есть какую-то залезала. Нету пор, короче. И вот она верхушечка. Вот она верхушечка. Тоже сколько тут? 2-3 поры вот этих вот. И все. И вот оно. Верх у нее какой. У этой заготовки. Это в том месте, где как раз косяк был. Помните, что я говорил? Возможно, не хватит на ролик, если я сточу пока косяк. Но хватило нормально. Тут 50 с чем-то ролик. Поэтому все хватило. Все путем. Вот такие они вышли, два ролика этих. Все работает, все нормально. Протащивал я их насквозь и поставил стопорные кольца. То есть, чтобы вообще без биения они были. И в прошлый раз я выливал, я не помню, наверное, вам не показал. Вот этот вот, я же сделал себе все-таки регулирую этот бочку. Сколько он, 90 у меня. Вот, его я выливал, плавил. Тут была половина алюминия второй переплавки, а половина лом был. И видите, сломом, что творится. То есть половина алюминия, первая переплавка. Вот какие поры вышли. Это я с дегазатором. Дегазатор сюда еще добавлял. И все равно какие поры. Ну, это на работу не влияет. Это многие из вас меня спрашивают тоже об этом, что какая тебе разница? Мне разницы нет. Мне просто интересно добиться результата. Вот и все. И не просто добиться результата, а... Знаете ж, наверное, да, уже из опыта жизненного, что любое дело можно делать разными способами. И поэтому даже если есть там способы, где все гладко, чисто получается, я хочу испытать другие. А вот это ролик мой ведущий, 150. С ним я постарался, две переплавки, дегазатор, все нормально. И вот смотрите теперь его поверхность. На нем пор нету, потому что он мне нужен был крепенький, целенький, хорошенький. Поэтому, когда надо, я могу делать без пор. А все остальное это просто изыскание, эксперименты. Так, ну и все, наверное, на этом что? Заканчиваю свое видео. Всем удачи, здоровья. Да, на следующей неделе буду плавить под давлением. Может быть, давление все-таки сыграет. Все, всем пока.